Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Роланд Морозов. И в личном сообщении вы часто спрашиваете у меня, где я стейкаю свои Ethereum. То есть монеты Ethereum. Как вы знаете, что майнить их уже невозможно. И если они остались у вас на руках, и вы не хотите с ними распрощаться, надо их умножать, правильно? Да. Я лично стейкаю на Ledger. Это холодный кошелек, и Ledger пользуется таким ресурсом, как Lido, что не у всех есть возможность покупать себе Ledger кошелек, так как он стоит денег немаленьких. И вопрос, как им быть? Для вас я оставлю ссылку на Lido, либо самостоятельно забейте поисковую систему Lido. .fi, и вы попадете на эту страницу. Тут есть такие возможности, как стейкать монеты Ethereum, Solana, Polygon, Polkadot и Kusama. Крутив чуть-чуть ниже, видите еще разные возможности, с кем они работают. Ну, естественно, тут Ledger, и это, друзья, максимально надежно. Так, максимально надежно, это не значит, что совершенно безопасно. Как это инвестиции, всегда есть какой-то риск. Так, собственно, как стейкать? Я смотрел тут разные англоязычные видео, все говорят так долго и нудно, скажем прямо так, что на самом деле все очень просто. Просто нажимаем на кнопку «Stake now», и тут видно, что можно подключить кошелек. Сразу объясняю вам. Как тут работает стейкинг? Ваши деньги даже не заблокируются. Единственное, они комментируются STETH. Вот такой якобы обвернутый Ethereum. Ничего в этом страшного нету. Он обвертывается и сразу же начинается идти стейкинг. Что значит этот процент? Этот процент от прибыли. Ваших денег никто тут не трогает. Это очень важно понять. В принципе, тут все написано, если крутить, как это все работает. Открывайте, переводите для себя. Ну, в принципе, тут также и сказано, что монеты меняются один в один и так далее. Так, что тут сразу можно перед стейкингом делать? Калькулятор. Нажимаем на калькулятор. Ну, единственное, у вас уже должны быть на кошельке ST Ethereum. Смотрите, сразу калькулятор, ставим кошелек, и видно, сколько в день зарабатывали бы, и так далее. Все понятно, надеюсь. Ну, тут ничего сложного не может быть. Если вы уже настейкали что-то, хотите выйти, просто вот сначала сюда нажимаем количество Ethereum, сколько хотим там застейкать, например, один, они превратятся STET, да? Но, если хотите отсюда потом вытащить, просто можно нажимать сюда wrap, либо unwrap, либо добавить, либо забрать. Тут видно сразу же цена газа, он не маленький, так что часто это делать не стоит. Ну, как стейкинг, это есть на долгосрок. Сюда просто ставим сумму, сколько хотим отложить, и все. Никаких, я еще раз говорю, блокировок нету. Так, что надо делать? Просто коннектим кошелек и выбираем любой кошелек, что у вас есть. Ну, например, самый, наверное, распространенный был бы MetaMask. Подключаем MetaMask. Все данные сразу же подтянутся автоматически. Сюда ставим, сколько хотим застейкать, и стейкинг пошел. Ничего сложного. Как вам это надоест, нажимаете и wrap, и снимаете, скажем так, обратно себе в виде Этериума. Либо всю сумму, либо там сколько хотите отстейкать. Так что, друзья, пользуйтесь. Максимально надежный способ. Многие делают это, конечно, напрямую на биржах, но я считаю, это не самый надежный способ, потому что вы не владеете своими деньгами на бирже. А вот такие, как Ledger и MetaMask, там у вас есть свои сип-фразы, и это деньги ваши, их никто не может у вас забрать.
Так что, друзья, надеюсь, это видео было вам полезно. Если было полезно, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Ссылку на Лидо оставлю в описании. Если вы не видите, тогда просто описание откройте полностью. Там он будет обязательно. Друзья, зарабатываем честно. И главное, быстро. Всем пока!